Многие звезды российского шоу-бизнеса из-за постоянных гастролей и съемок не имели возможности регулярно заниматься спортом. А во время самоизоляции у знаменитостей появилось, наконец, то свободное время, которое они с удовольствием посвятили тренировкам, правильному питанию и здоровому образу жизни. И результат не заставил себя ждать. Избавились от лишних килограммов Максим Фадеев, Николай Басков, Лейсан Утяшева и Сергей Лазарев. А Лариса Долина не только похудела, но и удивительно похорошела. Свежей фотографией звезды поделилась в личном инстаграм-аккаунте ее дочь Ангелина Мянчинская. Девушка заинтриговала публику, сообщив, что в скором времени певица преподнесет сюрприз многомиллионной армии своих фанатов. Чем именно Долина будет удивлять поклонников, осталось тайной, но уже сейчас Лариса Александровна сумела повергнуть в изумление пользователей сети. На снимке 64-летняя певица выглядит моложе своей 37-летней дочери. Комментаторы не скупились на комплименты обновленной внешности звезды. Кое-кто отметил, что Долина приобрела неуловимое сходство с безвременно угасшей звездой Юлией Началовой. Правда, нашлись и негативно настроенные фолловеры, которые упомянули безграничные возможности графических редакторов и специальных приложений, позволяющих откорректировать недостатки фигуры. Но и они были вынуждены признать, что Лариса Александровна выглядит значительно моложе своих лет. Новой фотографией поделился с подписчиками и 45-летний певец Александр Медведев, более известный под сценическим псевдонимом Шура. На свежем снимке он запечатлен в обнимку с березой. Шура позирует в черном вельветовом жакете и такого же цвета джинсах. «Есть у меня в ленте любители обнимашек», — задал он вопрос к подписчикам. Многие обратили внимание на то, что артист похудел до неузнаваемости. За время самоизоляции Шура сбросил 28 килограмм, но не собирается останавливаться на этом. В беседе с журналистами канала НТВ певец отметил, что перенес операцию на желудке, после чего был вынужден придерживаться здорового питания. «У меня была сложная операция, мне отрезали грыжу на желудке. Я во всем себя ограничивал. Когда хочешь выглядеть хорошо, можно от всего отказаться», — объяснил Шура. Он также уменьшил употребление сахара, теперь вместо 3 ложек в кофе кладет лишь 1/2 кусочка. Готов полностью отказаться от сахара. «Сейчас начнется гастрольная деятельность, и сброшу еще 5 килограммов», — подчеркнул популярный исполнитель.